Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Степанов, и в этом видео хочу рассказать про один сервис для тех, у кого, скажем, есть аккаунт в Instagram. То есть, если у вас в Instagram нету, то это видео для вас, может быть, не будет интересно. Кто не знает, Instagram — это первая сеть, социальная сеть, самая популярная. И в Instagram на самом деле проще продвигаться, чем в YouTube. В YouTube нужно уметь делать видео, поэтому многие из вас смотрят видео, как заходить, делать какие-то задания. Но на самом деле Instagram более популярен, чем YouTube. YouTube на третьем месте. Второй — Facebook по подписчикам, и Instagram первое место, насколько я знаю. И есть такой сервис, который стартует 21 марта. Поэтому я решил сделать видео. Я буду развивать свой Instagram. У меня есть запущенный Instagram, сделанный в 2014 году. И я как бы сфокусировался на YouTube. Но я вижу много хороших результатов у некоторых людей в Instagram. И решил развивать и Instagram. Потому что Facebook, он посложнее. Instagram у всех есть. У кого есть телефоны, кто, особенно у молодежи. То есть это сегмент, который тоже перспективный, он самый денежный, насколько люди говорят. Посмотрим. Цель какая? Через этот сервис можно за пару месяцев создать базу подписчиков даже на миллион людей. Все зависит от того, какие у вас аппетиты и какие есть возможности. Что значит возможности? Потому что можно бесплатно на этом сайте работать, но есть и платный сервис, подписка на месяц, $58, есть такая услуга на данном сайте, которая нам позволяет делать продвижение своих публикаций на 100 тысяч просмотров или 60 тысяч лайков или 1000 сохранений в закладках или 500 комментариев под вашими публикациями. То есть вы можете какую-то фотографию брать и продвигать. И она может попадать в топ, скажем, по какому-то направлению или по хэштегам. То есть тут все по хэштегам делается. Как это делается, вы будете постепенно выполнять здесь задания на данном сайте, будете обучаться. Просто я сделал регистрацию, поэтому регистрация здесь бесплатная. Как делаем регистрацию? По ссылке, которая будет под этим видео, вы попадаете на сайт, потом нажимаете на регистрацию. И тут регистрация в три этапа. В первый, для того, чтобы сделать здесь регистрацию, у вас должен быть аккаунт в Instagram. Поэтому сначала создайте Instagram, если у вас его нету. Потом начинаете здесь делать регистрацию. Итак, вот здесь как бы показывает код страны, поэтому я вводил сразу свой номер мобильный, но не проходила регистрация. Поэтому внимание, когда делаем регистрацию, вводим через плюс. Сразу же и код, к примеру, код страны у меня вот такой. Вы тоже сами вводите код, потом вводите дальше, скажем, ваш телефон, на который придет SMS. Для второго этапа. То есть вы вводите реальный телефон, если вы не хотите остановиться. То есть тут три этапа, поэтому делаем все правильно, честно. Вводите реальный телефон мобильный, на который придет SMS. Потом ниже пароль, повторяете пароль. Это код, кто вас пригласил. И нажимаете подключить. Потом появляется второй этап, где вы видите, введите код, присланный на ваш телефон. Вот как бы у меня был прописан телефон, видите, у вас тоже должен показаться ваш телефон. И вот здесь, где я показал стрелками, не очень-то видно, но есть 4 поля для вставления цифр. Код из 4 цифр. Первый, второй, третий, четвертый. Вставляете, который вы получили. То есть каждый по одной цифре. Потом нажимаете подтвердить. И дальше
На третьем этапе вы вводите логин в ваш Instagram. То есть заходите в Instagram, у кого, скажем, есть Instagram. Вот, когда вы заходите, у вас логин заканчивается на него. Вот как бы такой старенький Instagram я у себя нашел, чтобы не искать. В принципе, я тут трэш, то, что я когда-то в одном месте жил, и я решил тогда сделать фотографии себе как бы на память, чтобы знать, то есть это как бы то дно, которое меня заставило действовать, и возможно, поэтому у меня лучше получается, чем у некоторых из вас. Потому что у вас, возможно, все хорошо, и вам нечего, скажем, действовать. Я же, скажем, жил в таких условиях, что я понял, что больше я так не хочу, и начал действовать. Итак, ну это оставил для себя на память, чтобы напоминало мне, что вот и такое бывает. Это как бы вот здесь еще, если вы заходите в свой профиль, и вот как бы этот ваш логин, если вы не знаете, где найти свой логин. И вот его сюда вставляете. Потом нажимаете подключить. После этого вы попадаете вот на такую страницу, когда уже заходите с паролем и телефоном, который указали внутрь. У вас тут будет подсказка, на нее нажимаете начать, там будет 5 страниц, которые подскажут, что вам делать на этом сайте, вам нужно его пройти, чтобы двигаться дальше. Как бы дальше вы доходите вот сюда в задание, заходите, там нужно подписаться на 15 людей. После этого еще раз, когда вы заходите на задание, вот появляется вот такая информация, где написано, что вы, выполняя задание, получаете баллы. Вам начисляются баллы. За каждые 2 выполненных задания вам на баланс начисляется 1 балл. Этот балл вы можете обменять на заказ просмотров, лайков, комментариев. То есть бесплатно вы тоже можете набирать баллы и раскручивать свой Instagram. Кто хочет больше, я хочу больше, поэтому я буду заходить завтра на $58. И если заходить на платный пакет, то есть возможность заработать за пару месяцев даже $1.4 миллиона. Но это как бы на третий месяц можно выйти на такой доход, если быть активным. То есть приглашать, минимум нужно 3 партнера. Да, и если хотите выводить деньги с этого сайта, кто заходит на платные пакеты, вам нужно хотя бы 3 партнеров пригласить, чтобы включить вывод денег. Очень многие хотят раскрутиться, особенно девушки, поэтому я думаю, проблема в том, чтобы найти партнеров, не проблема. Особенно, которые хотят много лайков и так далее. То есть это, смотрите, за $58 это 100 тысяч просмотров, 60 тысяч лайков. То есть посмотрите, каждый день вы можете какую-то фотографию выбирать, по одну фотографию в день и заказывать по 2000 лайков каждый день. То есть это если брать такое, если же брать один раз, заказать 60 тысяч, то можно, скажем так, это кто как. Девушки это поймут, они за лайками бегут. Это очень, скажем, выгодно. Ну, в принципе, вот как бы задание. То есть нужно на нее нажать. На вот. На значок. Тут нужно лайки делать. Нажимаем на лайк.
Вот как бы появилась картинка. То есть тут можно многое что раскручивать. И нажимаем, делаем лайк. Все, я сделал. Закрыл. Вот, выполняется. Следующее. Все, сделал. То есть два задания сделал. Захожу еще раз в задание.